обороне Робер Пир в паре с Касаросом. Барди начинает с Моралесом в полузащите на флангах. И в нападении с первых минут играет Рожа. Лично я жду от этой команды в первую очередь контроля над ходом встречи. Они будут доминировать и постараются сделать так, чтобы соперник мог думать только о том, как бы у них наконец отнять мяч. Ну, хотя бы рука. Знаешь, Георгий, вполне ожидаемо после матча увидеть цифры, где превосходство в количестве передач будет в два, а то и в... В обороне Робер Пир в паре с Касаросом. Барди начинает с Моралеса в полузащите на флангах. И в нападении с первых минут играет Рожа. Лично я жду от этой команды в первую очередь контроля над ходом встречи. Они будут доминировать и постараются сделать так, чтобы соперник мог думать только о том, как бы у них наконец отнять мяч. Ну, хотя бы рука. Знаешь, Георгий, вполне ожидаемо после матча увидеть цифры, где превосходство в количестве передач будет в два, а то и в... В обороне Робер Пир в паре с Касаросом. Барди начинает с Моралесом в полузащите на флангах. И в нападении с первых минут играет Рожа. Лично я жду от этой команды в первую очередь контроля над ходом встречи. Они будут доминировать и постараются сделать так, чтобы соперник мог думать только о том, как бы у них наконец отнять мяч. Ну, хотя бы рука. Знаешь, Георгий, вполне ожидаемо после матча увидеть цифры, где превосходство в количестве передач будет в два, а то и в три раза. Даже если соперник несколько раз отберет мяч. Барселона много раз сыграла с российскими клубами, но особенно памятны, наверное, две встречи. Все верно.